Полив суккулентов. По-настоящему медитативное занятие. Однако эта тема часто вызывает много вопросов. А иногда даже становится предметом споров. В особенности, когда речь заходит о минеральных субстратах. Один из таких вопросов – способ полива, верхний или нижний. В этом видео проведем эксперимент. Сравним влагоемкость личузы при нижнем и верхнем поливе. Личуза Пон. У нее много противников из-за высокой цены и плохой предсказуемости. Но и не меньше поклонников, как качественного минерального субстрата со стабильными свойствами. Личуза Пон – это мой основной субстрат, хотя в последнее время я стал использовать аналог другой марки. Обычно я поливаю растения сверху. Вода протекает насквозь довольно быстро. Но я продолжаю лить ее некоторое время, чтобы целиком пропитать субстрат. Для эксперимента я взял новую, неиспользованную ранее личузу. Пакет был вскрыт уже давно и субстрат давно высох. Но я решил дополнительно просушить ее недельку-другую в широком лотке. Тем временем можно собрать измерительный стенд. Уровень влажности грунта буду мерить китайскими емкостными датчиками. Их у меня будет два, по одному в каждый горшок. Не обращайте внимания на белый налет на датчиках, это слой защитного лака. Параллельно влажности субстрата в горшках будем фиксировать температуру и относительную влажность окружающего воздуха при помощи отдельного датчика. Таким образом, будем регулярно фиксировать 4 значения – температуру, относительную влажность воздуха и уровни влажности субстрата в двух горшках. Убеждаюсь, что датчики работают. График температуры растет при прикосновении пальца к датчику, как и ожидается. Ладони меняют свойства среды вокруг датчика влажности грунта, что также сразу отражается на графике. Попробуем погрузить их в воду, тем самым создав условия с максимально возможным уровнем влажности. Виден небольшой разнос по показаниям. Я зафиксирую эти значения для каждого датчика, чтобы потом учесть эту разницу при финальном сравнении показаний. То же самое проделаю и для воздуха. Со средствами измерения разобрались, готовим подопытных. Горшки квадратные, со стороной 5, высотой 6 см. Датчик вставляется по центру до самого дна. Замечание. Подопытные горшки содержат только субстрат, без растений. Растения, разумеется, ускоряют процесс высыхания субстрата, поглощая влагу из него. Но делают это по-разному. Например, взрослое здоровое растение высушит грунт гораздо быстрее, чем молодое, болезненное или меньшего размера. Чтобы этот фактор исключить, растения не будут участвовать в эксперименте. Горшки и датчики маркируются буквами B – bottom – нижний полив, T – top – верхний полив.
Левый стакан наполняется водой так, чтобы горшок почти целиком оказался под водой. Видно, что поверхность субстрата почти сразу промокла. Правый стакан я поливаю сверху, чтобы вода протекла насквозь по всей площади поверхности субстрата. Оставляю стенд на 10 минут. Примерно через 10 минут извлекаю горшки из стаканов, даю немного воде стечь. И оставляю горшки в покое на неделю. Горшки в этот период стоят постоянно на одном месте, без воздействия прямых солнечных лучей. При этом постоянно фиксируется уровень влажности субстрата, температура и относительная влажность воздуха. Через неделю данные накоплены. Экспериментальный стенд можно разобрать. Начнем с визуального осмотра субстрата. В горшке, политом сверху, субстрат на дне оказался еще немного темным, то есть содержащим немного влаги. Как это ни странно, в горшке, политом снизу, этого почти не наблюдается, то есть визуально субстрат кажется суше. Посмотрим графики. Для начала взглянем на температуру и влажность окружающей среды. По горизонтальной оси дни. Как видим, температура воздуха находится в диапазоне от 23 до 32 градусов, в среднем составляя порядка 27 градусов. Суточный перепад около 6 градусов. Относительная влажность воздуха от 35 до 65%, в среднем около 50. Добавим на шкалу времени графики влажности грунта. Первое, что бросается в глаза, это резкое падение уровня влажности в течение третьих суток в обоих горшках. Иными словами, порядка 80% всей влаги покинуло субстрат на третий день после полива. Далее продолжается медленное высыхание, на которое, судя по всему, влияет относительная влажность воздуха вокруг. Характер волн на графике относительной влажности и влажности субстрата аналогичны. Что же касается влагоемкости субстрата при верхнем и нижнем поливе? Посмотрим крупней. Поначалу уровень влажности в горшке с нижним поливом, синяя кривая, ожидаемо выше, чем в горшке с верхним поливом, желтая кривая. Однако на второй день они неожиданно меняются местами, и в конечном счете, что удивительно, субстрат в горшке с нижним поливом теряет влагу немного быстрее. Это было бы похоже на ошибку или неточность китайских датчиков, если бы не коррелировало с результатами визуального осмотра. Но этой странности я бы значения не придавал. Основных выводов эксперимента я бы сделал два. Первый. Личуза теряет основной объем влаги на третий день, а затем медленно отдает оставшийся объем. Второй. Способ полива при этом, верхний или нижний, влияния на это почти не оказывает. Выводы справедливы для аналогичных условий температуры и влажности окружающего воздуха. Надеюсь, эксперимент вам понравился или оказался полезным. Оставляйте в комментариях вопросы, критические замечания и пожелания о новых экспериментах.